Всем привет! Готовим просто! Мы с вами находимся в экопарке на сопке Мишенной, и сегодня мы приготовим крылья на мангале. Для этого нам понадобится кабачок, лист салата, томленые крылья. На рынке появился новый продукт, совершенно уникальный. Крылья почти готовые, они есть в соусе, они есть без соуса. Мы будем их просто доготавливать на углях. Итак, начнем. Как я уже говорил, у нас появился уникальный продукт. Это томленые крылья. Либо без соуса, либо в соусе. Есть 3 или 4 вида соусов. Мы сегодня попробуем 2. Откроем пакет. Чем замечательна эта продукция? Это готовый продукт, который нужно только дожарить, то есть придать ему корочку. Очень часто, когда мы приезжаем на шашлык, мы торопимся, и первая партия всегда получается, очень хочется кушать, первая партия получается всегда немножко такая сыроватая, либо очень долго приходится ждать. Этот продукт продается в замороженном виде, можно его использовать и дома, можно его использовать и на мангале. Сейчас мы подготовим крылья, достанем сами крылышки, они томились в соусе. Продукт абсолютно готовый, без всякой химии, только соус и только крылышки. Соус мы сделаем отдельно. Берем решетку. Укладываем наши крылья на решетку. И будем доводить их до румяной корочки. Соответственно, они у нас прогреются. У нас будет румяная корочка. Готовиться это будет очень быстро. Гости даже не успеют проголодаться в ожидании. Учитывая, что блюдо уже готовое практически, нам остается только подогреть, то есть придать красивую аппетитную корочку. Те крылышки, которые были в соусе, у них уже колер появился такой достаточно аппетитный, достаточно золотистый. Здесь еще ждем. Возьмем кабачок. Солим морской солью. Добавим перчик. Вот смотрите, что у нас получается. То есть не прошло, так скажем, и 10 минут, да? У нас уже почти крылышки готовы. Мы часть крылышек удалим. Кабачок. Оставим доводить до колера, а мы тем временем подготовим себе блюдо. Для этого возьмем лист салата, крылышки у нас тоже уже практически готовы, останутся только кабачок. Ставим решетку таким образом, чтобы готовился только кабачок. Теперь возьмем соус, который у нас был в пакете. Добавим воды. Поставим на огонь. Будем использовать угли. Очаг у нас. Соус у нас подкипает. Сейчас мы его загустим. О, хорошо. Смотрите, как загустевает. Соус у нас загустел, мы теперь этим соусом польем крылышки.
ту часть, которая... Те крылышки, которые у нас были в соусе, мы польем соусом, а остальные мы оставим так, как есть. Приготовление куриных крылышек на гриле вам понадобятся томленые куриные крылья, кабачок, листья салата. Вот так быстро и просто мы подготовили вкуснейшие куриные крылья. Готовьте это в экопарке на сопке Мишенной. Угощайте себя, родных, близких. Смотрите нас на телеканале 41 регион. Готовим просто. Всем пока! Сегодня мы приготовим ребра на мангале. Фигня. Сегодня мы приготовим ребра на мангале, а у нас будут крылья. Это раз, а во-вторых, все, поехали.